ну, на сегодня, как мы понимаем, вот такого никакого решения нет, ни об объединении, ни о передаче здания. Мы работаем в штатном режиме. Сейчас идут вступительные экзамены. У нас очень высокий конкурс в этом году, 17 человек на место. Доходит экзамен на бюджетные места. И 6-7 человек – это конкурс на внебюджетные места. Поэтому мы в настоящее время в большей степени заняты образовательным процессом, процессом набора новых студентов. Вот, поэтому вопрос как бы обсуждения, присоединения на сегодняшний день вообще в повестке дня вот нашего училища не стоит. А вот если, допустим, как говорят, он объединится с КФУ, то что с ним будет с учреждением? Ну, вы знаете, я думаю, что сегодня вообще об этом говорить смысла никакого нет. То есть это разные системы образования. Казанский федеральный университет – это высшая система образования. То есть, то, что касается Фиршинского училища, это учреждение среднего профессионального образования. И на сегодняшний день лицензии, то есть есть вопрос приобретения лицензии любого вуза, который будет претендовать на подготовку кадров по направлению СПО в любой сфере, не только в сфере художественного образования, но и музыкального, там, я не знаю, живописи и так далее. Для нас поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. То есть вопрос о присоединении сейчас не стоит? Вопрос о присоединении пока не стоит. Угу. Сейчас не стоит.